Мальчишки и девчонки, нам всем необходимо делать данное движение. Для гармоничного развития дельтовидных мышц, плеча, и для эстетики, естественно, также. Потому что заднее плечо диктует форму всего плеча в целом. Нет хорошо развитых задних дельтоидов, нет хорошо развитых плеч в целом. И шарообразность дельтам дают тоже именно задние пучки. Не забываем, что это очень прекрасное упражнение для поддержания осанки, прорабатывает все необходимые мышечные группы для этого. И вы будете уметь держать лопатку, что тоже очень важно, и мало кто об этом говорит. Девчонки в платьицах будут смотреться шикарно. Тренируемся, девчонки. Тренируемся, мальчишки. Тренируемся грамотно.